Ребята, я стал просто робоксовым миллиардером. Вы просто посмотрите сюда. Эй, братуха. Бандарчук, бананчик меня убил только что. Ладно, братуха, ты сейчас увидишь, сколько у меня бабла, ребята. Гляньте, у меня миллиард. Я хочу просто, чтобы вы увидели мою империю. Смотрите, мы подходим сюда и смотрите, что сейчас будет. Смотрите, как это все происходит. Смотрите, оно растет. Оно растет, ребята, оно продолжает расти. Оно растет, так, меня никто там сзади не убьет. Так, смотрите, ребята, оно растет. Оно растет, растишь ты быстро, нифига себе, чем так высоко прыгаем. У меня сейчас счет, ребята, 9 миллиардов робоксов, или долларов, я не знаю, что это, ну пусть будут, мы же в Роблоксе, пусть робоксы будут, короче. Посмотрите, ребята, посмотрите, насколько я высоко все построил, я даже выше, чем вот этот чувак построил. Смотрите, у нас до сих пор прогрузочка идет, давайте сейчас подойдем подальше, смотрите. Смотрите, что происходит, ребята, у нас даже вот эта штука появилась, то есть да, у меня есть собственный остров на облачке, у кого его нет. Ну, вообще, сейчас, в принципе, пока ни у кого, но вообще, ребят, но у нас продолжается прогрузка, смотрите, мы вырастаем все больше и больше, посмотрите, я уже опередил, да иди ты нахер, бананчик, что ты прицепился ко мне, посмотрите, ребята, у нас продолжается увеличение просто всего, так, слушай, братуха, ты меня бесишь, иди сюда. Давай, если ты думаешь, что ты такой умный, я тебе сейчас покажу, как нужно играть, иди сюда, ты меня убивал, я тебя сейчас тоже убью, где он, давай, на, все, иди. Итак, ребята, смотрите, что у меня. У меня империя просто дикая. Давайте сейчас зайдем и глянем, сколько я зарабатываю. Вы сейчас охереете. Это реально, я теперь миллиардер. У меня просто, посмотрите, у меня 999. Я уже миллиард заработал. То есть вы видите, у меня уже есть миллиард. Давайте, оп, 10 миллиардов. Давайте поднимемся на самый верх, я вам покажу, что я тут накупил. Это капец, но я еще не останавливаюсь, ребята. Я хочу стать просто мультимиллионером, мультимиллиардером. Просто самым богатым человеком в Роблоксе. Я хочу заработать просто до хрена. Мы пока с вами поднимемся на самый верх. У меня уже миллиард соберется, угу. Поэтому давайте забираемся наверх, поднимаемся. У меня тут уже, ребята, майнинг фермы просто. У меня крипта тут прет. Значит, у меня доги-коины туда. Смотрите, у нас тут вообще... Я захожу на самый верх, и у меня, ребята, есть... Да-да-да, ребята, это у нас хеликоптер. Ну что, 5 миллиардов долларов, либо робоксов, ребята. Ну что, ну это нужно покупать обязательно. Это, я так понял, конец игры, или что, я не знаю. Но выглядит это просто суперски. Я надеюсь, ребята, что это того стоит. Ну что, ребята, хеликоптер за 5... миллиардов долларов, и я смогу завершить эту игру. Ну что, ребята, бамс. Куда он исчез? У меня даже 7 миллиардов еще осталось. Куда он исчез? Стоп, это еще не все. Underground Mine, шахту, ребята, мы можем сделать за 5 миллиардов. Офигеть, давайте сейчас на вертолетике полетаем. А как это, как сюда сесть? Ух, погнали. Полетели, ребята. Сейчас все люди охренеют просто. Вау, слушайте, тут вертолет летит поинтереснее, чем в Брукхевен. Смотри, давайте катапультируемся, ребята. Давайте сейчас мы приземлимся. У вас тут крыши нет все равно, поэтому давайте. Hold to land, ребята, давайте приземляемся аккуратненько. Так, добрый вечер. Добрый вечер, как у вас дела? Все нормально, Дашка. Даша 2056к. Слушай, ты тоже, я смотрю, богатая девчонка. Ни хрена себе, вау. Ё-моё, ты чё, не видел, на чём... Ни хера себе, чё-то у тебя... Слышишь? Да я тебя все равно сейчас угрохаю, моя хорошая, иди сюда. Давай, на, все. Мне твой, какой бы твой большой меч не был, мне все равно абсолютно. Так, ладно, давайте, нужно сваливать отсюда, пока она не разозлилась. То есть вы поняли, да? У нас есть еще 5 миллиардов, то есть это еще не конец. Это далеко не конец, я думал, что мы все купим сейчас вот эту штуку. И все, hover car spawner. Что такое? Touch to spawn, алло, где мы... Офигеть, посмотрите, тачка какая у меня. Подожди, а как, я могу взлететь как-то или что? Не, ничего не могу. Ладно, это просто машина, у которой нет колес. Окей, ладно, поднимаемся на самый верх. К сожалению, телепортов нет, и приходится это все делать вручную. Ну, а что поделать? Давайте сейчас купим эту шахту, глянем, что там можно. Ну, посмотрите, ребята, у меня просто денег дохерища. 10 миллиардов долларов, ребят, это просто. Или робоксов, я не знаю, но это просто дохрена. Это просто дохрена. Я как-то подсел на эту игру, и я торчал здесь просто очень долго. Так, а мы тут больше ничего с вами купить не можем? Нет, это уже за робоксы. Это уже за робоксы, ладно. Я пока реально поднимаюсь, я уже миллиард успеваю заработать. А где тут вход? Вот. Так, ребята, ну что, покупаем телепорт в шахту. Вау, сейчас будет очень жестко. Давайте заберем бабки и телепортируемся.
Офигеть, ребята, посмотрите, мы в шахте находимся. Тут реально что, бабло можно рубить? Офигеть, так, ладно, давайте глянем. Кэш-коллектор у нас бесплатный, спасибо, господи. Итак, факелы 5 миллиардов долларов. Майнер, ребят, смотрите, факелы нам не нужны, зачем нам тратиться. Мы лучше с вами, не, без, просто невероятные деньги. Давайте, 5 миллиардов долларов. Так, давайте глянем, сколько он сейчас будет зарабатывать. Братуха, давай, копай. Сколько? 10? Я не понимаю, сколько это на лето? Это 1 миллиард, что ли? Или сколько? Подожди. Это 10 миллионов мы, получается, да? Да, это по 10 миллионов мы зарабатываем. Да, 10 миллионов. Охренеть. О, так, слушайте, ну ладно, идем дальше. У нас получается... Сколько же это все стоит? Ребята, вы посмотрите, это просто колоссальные бабки. 7 миллиардов, мне второй шахтер мне нужен. За 7 миллиардов, ни хрена себе у них зарплаты там. Я тоже такие зарплаты хочу в шахте. Охренеть, я бы просто бросил YouTube моментально и пошел в шахту работать. Слушайте, ну это капец. 7 миллиардов, это очень долго, кстати, оно уже. То есть чем дальше я прохожу, тем дольше у меня это все. Ладно, я предлагаю подождать, когда у меня будет 7 миллиардов, купить и надеяться, что я смогу гораздо быстрее это все заработать. Но это капец, это очень долго, гляньте. У нас еще даже миллиардика нет. Ну, окей, ладно, ждем. Пока ждем, я предлагаю походить по простолюдинам, посмотреть, что там у них. Давайте глянем. Так, у нас тут, смотрите, у нас тут есть вот такой вот бананчик. О, вот это козлина. Давай сейчас мы его зайдем и бахнем. Так, бананчик, ты где? Где ты, мой хороший? А я могу что-то за него покупать? Не, не могу. Так, ух ты, у него пистолет. Ух ты, что это такое? Вау, посмотрите, ребята. Так, давайте сейчас бананчика будем терроризировать. А где он? Куда он делся? Бананчик, иди сюда. Ты меня убивал вначале, я запомнил. Здорово, братуха, бананчик. Туби крышка, ты знаешь? Туби крышка, ля-ля-ля. Давай, иди сюда, братуха. Такс, ну что, больно? Куда ты побежал? Куда ты побежал, братуха? Не надо никуда бежать. Мы вообще догоним. Так, ну слушай, мне гораздо проще тебя мечом убить. Слушай, серьезно, иди сюда. Давай, все. Что, братуха, уже не смешно? Угу. Потому что посмотри, сколько у меня кэш наверху. Посмотри, сколько у меня кэш наверху. Братан, ты видишь? Оу, это было серьезно. То есть на базе, типа, он меня сильнее будет убивать или что? Ладно, ладно, ты думаешь, что ты крутой? Ох, что это такое? Бутсы? Что за бутсы? Вау, я с бутсами могу... Я могу делать все, что угодно с бутсами, посмотрите. Охренеть, типа, я высоко прыгаю или что? Я не знаю. Так, ладно, у меня тут где-то, может быть, есть оружие посерьезнее. Смотрите, вон там меч какой-то, но меч неинтересно. Так, это у нас Вантус. Вантус вообще шикарно. Так, давайте поднимемся наверх. Что у меня тут? Тут у меня, смотрите, костюм просто... Ля какой! Офигенно. Так, у нас, смотрите, 4 миллиарда уже есть. Ну, почти 5. Хорошо. То есть мы уже с вами на майнер накопили, но нужно еще немножко подкопить. Так, где? Что еще? Можно мне еще что-нибудь такое серьезное? А ну-ка, давайте посмотрим. Так, это что такое? Так, мы с вами будем сейчас получать на 2% больше. Угу, интересно. На 2% больше бабла мы будем получать. Инвест, то есть Money Gun. Нет, я не хочу ни с кем деньгами делиться, хотя... Слушайте, ну выглядит хайпово. Ладно, давайте поднимемся наверх. Глянем, тут мы ничего не можем. Черт, я бы реально сейчас не отказался от какой-то серьезной пухи, то есть от пистолета какого-нибудь, либо еще чего-нибудь. Ладно, давай сейчас еще пару секунд потерроризируем братуху. И все, и можно идти. Здорово. Здорово, смотри. Ой, тихо. Смотри, где я, братан. Ты знаешь, что это? Смотри. Ты куда пошел? Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Тихо-тихо, он что-то взял. Он что-то взял. Иди сюда. Иди сюда. Так, он тихо. Воу-воу-воу, больно, но мы его убили. Ха-ха-ха, все. Все, я думаю, хватит с него, хватит его терроризировать. Дадим человеку поиграть нормально. А тем временем, ребята, мы с вами сейчас телепортируемся на мою шахту. И там... Мы будем просто капец кайфовать. Ну, короче, будет жестко, потому что, ну, у нас сейчас там просто цены дикие, серьезно. 7 миллиардов, капец. Окей, ребята, поднимаемся на самый верх. Давайте. Мне очень понравилась эта игра. Можете написать, кстати, в комментариях, как вам. Мне она очень понравилась. Я не хочу, чтобы она заканчивалась, но сейчас уже просто нереально. Очень много бабла нужно. Итак, давайте телепортируемся в пещеру. Забираем, то есть еще 2,5 миллиарда. Окей, и теперь, ребята, покупаем еще один майнер.
9 миллиардов нам еще нужно для следующего майнера. То есть мне интересно, вот после этого еще что-то есть или нет? Вот не знаю, кто сюда доходил, ребят, можете написать в комментариях, но мне кажется, что мы с вами получаем уже просто до хрена. То есть по 20 миллионов мы получаем уже за раз, и у нас уже, в принципе, вот смотрите, как быстро бабло тикает. То есть смотрите, вот я сейчас забираю, вот за сколько мы миллиард с вами заработаем? Ну, я думаю, миллиард мы с вами заработаем около 15-20 секунд, у нас с вами будет миллиард. Но вот это я вам скажу, что тоже довольно-таки интересно. У нас, смотри, 7 миллиардов, мы сможем еще чуть-чуть, и уже 9 будет. Охренеть, это огромные бабки. Ладно, я предлагаю, как поступить. Давайте мы с вами полностью заделаем эту пещеру и посмотрим, что будет дальше. Если будет дальше еще что-то интересное, мы обязательно с вами продолжим. Капец, ребята, это очень долго. Очень долго, вы не представляете, насколько это долго. Чтобы вы видели, ребят, у меня сейчас 3-4 миллиарда. Я уже апгрейды сделал вот для вот этих вот троих. Точнее, двоих. Посмотрите, сколько апгрейд стоит. 2-4 миллиарда. Вы представляете? То есть, смотрите, вот я делаю. И апгрейдится он просто, посмотрите, 40 миллионов. Правильно? 40 миллионов. Раз, два, три. Раз, два, три. Вроде 40 миллионов. Либо 400 миллионов. Я что-то не вижу. Но вроде 40. Типа 400 миллионов это прям до хрена. Да, по 40 миллионов. То есть, вы понимаете, это капец как долго. И мне еще нужно 26 миллиардов. У меня только 10. Я не знаю, прошел час. Это очень... Очень-очень-очень долго, смотрите, 17 миллиардов только. Очень долго, вот давайте купим факелы, с факелами красивее, конечно, выглядит. Но это нужно доделать, ребята. Я думаю, что доделаем это мы уже в следующем видео. Поэтому, если хочешь продолжение, ставь лайк. Если будет мало лайков, продолжения не будет.